территории обслуживания существует 4 отдела полиции. Мы вот сделаем все-таки рабочую комиссию, мы проедем, посмотрим состояние данных опорных пунктов, потому что, ну, вот элементарных вещей нет санузлов даже на некоторых опорных пунктах. Но как можно вести прием граждан, да, допустим, работая непосредственно целый день в таких условиях. И вот цель этой нашей встречи — привлечь как бы администрацию, создать совместную комиссию, проехать, посмотреть состояние этих опорных пунктов милиции, так называемого участкового, где находится, и определить, какую мы можем помощь оказать в ремонте данных пунктов милиции. Принимается этот вопрос. Хорошо. Переходим к следующему.